А, блядь, я микрофон выключил, ёб твою мать. Ну ладно. Много... Нет, только не доту! Аллахом прошу, плюс игра. Просто плюс игра, пожалуйста, спасибо. Плюс игра. Окей, вообще без проблем. Сейчас, сразу. Бля, пожалуйста, пусть там по списку дальше будет Ваха. Пожалуйста, пусть там будет Ваха. Вархаммер 40 тысяч Dawn of War. Дальше пошли. Плюсик в чат, пожалуйста. Я ее пройду где-то стрима за три, потому что я ее проходил два раза. Да не, я вообще не против Ваху поиграть. Дов первый, он это мега охуенная РТС. Это реально, как бы вот писали, наследие третьего Варика. Правда, там вообще на Варик не похоже. Это вообще абсолютно другая система, но это тогда, когда релики еще не были конченными уебками. Сорян, не будет Вахи. Но в следующий раз, на следующий зонт у СРГГ, короче, блядь. 700 рублей схлопнулись сами в себя. Я ничего не подкручивал, честно. Понимаете, я, блядь, вообще нихуя не против Ваху поиграть. Это было бы охуительно. Не, на самом деле, а слушайте, давайте так. Давайте так, так как PSP вообще, блядь, никто в жизни смотреть не будет. Я сделаю вот так. Я сделаю перенос с... PSP, там остается три игры на вот эту платформу. PSP, блядь, никому нахуй не нужна. Почему эта штука не обновилась? Вот, то есть, пусть будет Ваха, а на PSP, на Зыску только три игры поиграем, потому что я, блядь, реально... Вспомню от силы две игры на PSP, из которой прям вот хорошие. Это, блин, этот... Господи, как его, блядь, скелет? Не помню, как его зовут. И Dissidia. Dissidia, правда, будем очень долго тошнить, но я буду играть в оригинал, чтобы не играть на 20 часов дольше. Проблема в том, что у меня после Коттера, блядь, три еще игры, которые я не знаю. Там Painkiller, я его, пожалуй... Но надо на максимальной сложности все-таки проходить, чтобы было можно было сравнить со вторым этим. А, как его звали-то? Серьезным Сэмом, который все обсирали. О, вот, серьезный второй серьез Сэм говно, а вот учитесь, блядь, у Пейнкиллера. А где Пейнкиллер-то этот, блядь, сейчас? Че, у него продолжения-то нет, раз он такой хороший? Обосрались, что ли? Как бы без обид к Пейнкиллеру, но что-то, блядь, прям к сравнению, мне кажется. Ну, посмотрим, что там с этим Пейнкиллером. Ладно, Котор. Я сразу, ребят, буду просить подсказки, потому что я бы, если честно, если бы мне что-то, блядь, подвигло без стрима проходить Котор, я бы реально по гайдам проходил, вот просто вот по текстовое прохождение бы открыл и смотрел, что как делать, потому что, честно сказать, мне вот это ебли, что мне нахуй делать, куда мне нахуй идти, она мне вообще не интересует, мне интересен, ну, игровой процесс здесь тоже такой душнотный, потому что боевка, конечно... очень сверхпримитивная. А как отменить задания, которые я не буду делать? Почему мейн квест вообще где-то уже в заднице? Как я как будто бы в этот играю, в Skyrim. Там тоже все задания в куче говна. Там только есть другие совсем там отдельные.
Товарищи эксперты, а почему у меня висит выполненный квест? А, понятно, меня автосейв был сделан где-то, наверное, за час. Великолепно. Великолепный перевод, смотрите, Бастила нашлась, но вы все еще не знаете сбежать с Тардиса. Что это вообще должно значить? Вам не только нужно найти код отправления, чтобы обойти блокаду ситхов, окружившую Тардис, но также необходимо обзавестись кораблем, чтобы выбраться с планеты. Вам, вероятно, потребуется помощь кого-либо из местных жителей. Кого? Винг, кому идти? Просто, понимаешь, я просто буду сейчас, вот я сказал, я сейчас поиграю, я сейчас буду искать этого человека. Просто скажи, кому идти. Примерно хотя бы. Какой этаж города? Инкинкуноба мули рачинкун, тонгай тункунчин, ни бободжи мата, ни пуннадзе, дольпи кикнюнян. Качи чуайса одунга, инкинкуноба мули рачинкун, слима подонна. Рунди одунга кун хункаби, рунди одунга ку хункаби. Вана кунбес. Чинг паламул тонг кинг ба на конке. Кантина это верхний бар или нижний? Чун кун мег мули рабест. Шаг джи кин лор чауа та ума? Мне очень хочется прыгать. Блин, когда я сжимаю эти штуки, у меня очень сильно болят кости на руке. Прям очень сильно болят, я не знаю почему. Вот здесь. Прям пипец, прям очень больно. При этом, когда я, например, держу гриф или вишу даже на руках, там секунд 10-15, такой боли нету сильной. Причем это буквально 15 килограмм я жму. Это вообще донная, так сказать, донная настройка. I saw you in the swoop race. Very impressive. You seem like you know how to get... My name's Candorous Ordo. I work for Davik Kang in the exchange. The hours aren't great, but they promised me a fortune to work for. But lately, Davik hasn't been paying me what he promised. I don't like getting cheated. So I figure it's... I've got a plan to escape Taris, but I can't do it alone. I need someone I know can get the job. I saw you win that swoop race and started thinking. Anyone crazy enough to race like that is probably... I need someone to steal the Sith launch codes from the base. Without those codes, any ship leaving the atmosphere will be... Here's the deal. You bring me those launch codes, and I can provide the vehicle to get us off the planet.
Good luck. You're going to need it. The entrance to the base is sealed up tight. Getting in won't be easy. The Sith base is protected by an encrypted secure... Lucky for you, I know just the place to get a droid. Just tell her Candorus sent you and she'll sell you the droid. Davik paid for the droid, but I'm the guy. Normally I do this myself, but everyone knows who I work for. If I broke into the Sith... I'm going to wait in Javiar's cantina. You can... Мне нравится, что есть вариант не послать его нахер и типа все. Если вы пошли его нахер и больше не буду с ним разговаривать, типа ничего больше сделать нельзя. Тут есть система, что я могу просто силой отнять того бота. Ах да, надо продать миллиард говна, просто миллиард. Hey, look at this. If times weren't so tough, I'd give you a big... Ой! Ладно. Я надеюсь, вы этого не слышите. Блин, я этот Котор воспринимаю как работу какую-то, прям душит нереально. Хотя вроде игра вот реально хорошая, но, блин, так тяжко играть в такие ста... Просто я такой человек, как бы, что игры незнакомые мне, я вообще физически не могу играть в старые, что-то прям вот вообще. Хотя вот, ну, вот тот же, вот, хотя нет, это некорректный пример, потому что, например, первый Max Payne был настолько мега охуенен, что его прям взахлеб проходил, хотя я вообще первый раз в жизни видел. Get out of here, you goggle-eyed! Yeah! Go- Yeah, what? Take that! Wow, you got it. Let's get up! Пиздец, блять. По технике бесконтактного боя. Хочу опанки, джишава, а не... Мокао, данья фоки! Ча... Вата вама мули ри, кин кун шопе шва... И насколько еще сильнее я потемнел. О-о-о-о. Хорошо, хорошо. Уже где-то почти, наверное, треть пути пройдена, если не больше. What can I do? I'm here. A plague spreads through our streets.
We cannot sit idly by while this pox infects us. Yes. Так, никакой охраны, даже одного пьяницу не поставили. I'm here. Просто заходим. Что значит всю команду? Кстати, как команду сейчас, блять, срочно, как команду поменять? Какая кнопка, я забыл. I'm here. Ребят, какая кнопка? Напомните, пожалуйста. Блин, что-то у меня прям... У меня реально что-то прям глаза болят. Но не от графики, а от того, что экран очень маленький. У меня глаза что-то прям перенапрягаются. Ребят, как поменять команду? Я просто с роботом не пойду. Это бессмысленно. А, господи. Все, у нас сисичная пати. И срочно в душу тебя типа, пострелю. Кава дум пака палья мона пата, бона накачу. Йин кин кун но ба муле рачи ткун, тон на бун шану янг. Блин, я не знаю, что хуже. Мана тота, акучи крала боле жичок, шонта. Бона на качу, кича бату. Она прям реально голая, что ли, ходит? Блять, женщина, ты ебанутая, что ли? И чё ей дать, блядь? А, я все мечи продал, кек. Can I do what? А вот это я зря сделал. Нет, начнем с этого. Да, Андрей, спасибо, реально, я что-то даже не заметил. Oh!
Не прошло и года. Это если что, я карту открываю. А, мы отключили дроидов-охранников. У меня, знаете, в чем проблема с пин-пакетами? I'm here. А, интересно, вот знаете, вот такой вот вопрос чисто к логике игры. На кого была поставлена та мина вот здесь? Вот здесь. Кто в здравом уме поставил здесь мину? Только предмет потерял. Все взломанные. Обязательно, Лех, с первой пенсии. Тискаду суки губа на буна на качу, а твой коту. Топа на бунку аля ганго на го чуть-чуть. Кабачи куи та хотонга. Я ламо ин капун, джило вам лира ни обо. Вангу кумпеска кайн, бамама лира. Тискаду суки губа на бодани. Куями чуску. Я тут. Что это такое, блять? А! Гениальные загадочки. Ой! Кажется, он был нечаянно аннигилирован. Ой,
Ой. Ой. Иммунитет, это в смысле у него иммунитет к моим атакам или... Сюда рано. Что здесь вообще должно быть? What can I do? What? А, ясно, понятно. Блять, а что с моим героем? Почему он какой-то... Что с моим персонажем? Почему у нее, блять, какие-то... Почему у нее вены на лбу вздулись? Это в честь чего? Заболел, что ли? Who dares to break my meditation? You will pay for interrupting my... Wait, who would have thought a force adept could be found on this insignificant planet? But you're... Ah, yes. Feed the hatred and anger within yourself. Call upon the power of the dark side. But not even that can save you now. This meeting is a stroke of luck for me. My master will surely reward me with my lightsaber once I kill you. Let's make this. There. Can I do? Huh? Hmm?
А все, мы нашли коды, я просто не увидел у него этих кодов. Мы нашли коды? Я не понял. А. Стоп, кому еще раз? Тарис, вы сумели добыть коды отправления, необходимые для побега старт. Теперь вам нужно отнести их к Кандерусу Орда в контине Нижнего города. Кандерусу Орда. Кто это? Поехали в Нижний город. Я всегда проверяю очки темной стороны. После всех таких событий. Блять, пиздец, что это? Что меня так раскуролесило? I figured you'd be back. Neither of us is getting off this planet unless we work together. Now, I know the Sith military base had a break-in. And I know it was you. I know you've got those departure codes I need. So what do you say? We join forces, and I can get you inside Davik's base and right to the Ebon Hall. We can go right now. Davik's always looking to recruit new talent. I'll tell him how you want. I'll say I brought you in so he could check you out. He'll have you stay at his estate for a couple of days. This is too risky. We should find another way. You got another plan, sister? Or are you just objecting because you didn't think of it? No, I don't have another plan. I would rather not place my life in your hands, however. I can say the same about you. That makes us even. Fortunately, we both want to get off this rock, right? While Davik's checking you out, we steal the Ebon Hawk and escape Taris. Come on. I've got an airspeeder nearby to take us to Davik's estate. The sooner we're off Taris, the better. И вылет игры ко всем хуям. А, это она так свернулась, что ли? Я, ребят, я скипнул ролик.
You summoned me, Lord Malak. Сорян. The search for Bastila is taking too long. Я думал, это какой-то вступительный ролик. We cannot risk her escaping Taras. Destroy the entire planet. The entire planet, Lord Malak. But there are billions of people on Taras. We'd be slaughtering countless innocent civilians, not to mention our own men still on the surface. Your predecessor once made the mistake of questioning my orders, Admiral. Surely you are not so foolish as to make the same mistake. Of course not, my Lord Malak. I will do as you command, but it will take several hours to position our fleet. Then I suggest you begin immediately. You are dismissed, Admiral. Блин, а что за ролик я пропустил? Yes, Lord Malak. So, Candorous, I see you've brought someone with you. Most intriguing, if I do say so myself. You usually travel. It's not like you to take on partners, Candorous. You're getting soft. Enough. I won't have my top two men killing each other. That's not good business. I'm sure Kent. This is a special case, Davak. I ran into someone the exchange might want. Ah, yes. Now I recognize your companion. The rider who won the big swoop race. Very impressive. An important lesson to learn, no doubt. In my line of business, I've seen far with the recommendation from Candorous. And a thorough background check, you could become... Come with me. I will give you a tour of my... Да, ребят, слушайте, давайте я поищу... Ah, there she is. The Ebonhawk. My pride and joy. The fastest ship in the Outer Rim. Note the state-of-the-art security system. The shields are completely impregnable. Nobody can get past them without the codes to try and steal my baby. Unfortunately, the Ebonhawk can outrun any vessel in the galaxy. But even she isn't fast enough to avoid the... I am, of course, working on acquiring the Sith departure codes so that I make... These will be your accommodations. The slave quarters are just down the hall. If you need anything during your stay, food... If all goes well with your background check, you will be invited to join the exchange. I'd advise you to accept the offer. You will stay in these rooms as my guest for the next few days. I must warn you that if you are found anywhere outside the guest wing during your I will return after the investigation into your background. Okay, we're inside. Now all we have to do is figure out a way to get past. No sense waiting around here though. Так, ребят, давайте я лонгплей открою. Я просто должен посмотреть, что за ролик. Он сюжетный, поэтому мы его точно найдем. Я думаю, как уберемся с этой планеты, закончим на сегодня. Так. Блять, пиздец, 8 часов, и это только половина. Так. Я потерял ролик. Я из-за того, что игра свернулась, потому что она вылетела, я, короче, развернулся и скипнул, короче, сюжетный ролик. Mistake of questioning my orders. Change. I'll say I'm f***ing you out. Lord Malak. This. Нет, был другой ролик. Здорово, Метротех. Вот был между вот этой вот сценой, был еще один ролик. Прям видео, я его скипнул.
Там планету краем глаза показали, и я не понял. Там, видимо, там, возможно, ролик на 3 секунды, где просто корабли показывают. Я ничего не понимаю. Есть другой лонгплей? Я ж с ума не сошел. This quarantine is good. Surface. Your predecessor once. Во! Вот что я пропустил. Вот этот ролик я нечаянно скипнул. Хули тот чел скипнул его? Или у него его просто нет? Он примерно в таком разрешении, как вы его увидите сейчас. То есть он мутный пипец. Да, там просто кораблики показали, понятно. Итак, у меня одна проблема. У меня 6 медпакетов. Я так понимаю, мне нужно самого вот этого... Давика убить, чтобы собрать с него коды. Я ведь на меня не будут просто так нападать, если я буду просто ходить. Ладно, поехали. Yeah. Huh? Hmm? Блять, что-то коридоры. Коридоры. Ой, блять, это странно. Я просто боюсь, что мне придется драться с этим, с чертом, который меня ваншотит. Да что ж вас так много-то, а? Еще один. Я игру потише сделаю, это пипец. Yeah.
можно медпакет из кого-нибудь, пожалуйста? Thank you. You have no idea what it was like. I used to be the pilot of the Ebonhawk, Davik's flagship. I know the codes to disable the security system You can use those codes to steal the Ebonhawk right out of its hangar. Sell it to the highest bidder, Ransman back to- What? But, I don't- You core slime. Кек. Так. А чё я коды-то не могу с него собрать? Блять, не такое ощущение, что за ситха играть это какой-то просто клинический долбоебизм в этой игре, потому что, по сути, ты себя элементарно, блять, решаешь возможности нормально пройти игру. How dare you invade my chambers? How rude! I am a personal guest of Davik himself. I left specific instructions that you guards were not to disturb me until morning. How can Davik expect me to invest in his ventures with this kind of incompetence on display? I should summon the other guards and report you to your commanding officer. What? How? What? Кто это? Я просто первый раз в играх играю за нового персонажа, и что-то какая-то хунта получается. То есть мразью, вообще абсолютно помойной мразью быть, ну просто невыгодно физически. Huh? I'm here. Я, конечно, получила свои очки темной стороны, но ценой того, что я просижу здесь еще 40 минут. Я думаю, карта не слишком огромная, я думаю, можно еще чуть-чуть погулять здесь. Thank you.
Что это вообще такое? Мы в лифте каком-то или что? What? А, просто припасы. What? 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 Блин, мне сейчас придется воевать с этим, с охотником на головами, то это будет очень печально. Idea. Pudu, Tony Rama na praka donko tsercha, chupapanki. Hey, baby, wait. I wasn't actually going. Damn it. Okay, great. You just. You should have picked an easier target. Я и охрану уже все перебил. Карты Бзака. Welcome to the slave quarters, miss. Wow. This guy's gorgeous. Would you like a relaxing massage? They're bombing the whole planet. I knew they'd turn on us sooner or... Oh, look what we got here. Thieves and a hangman. Я, блядь, кажется, не успел сейвануться. So, you figured you'd just steal my ship for your getaway and leave me high and dry while the Sith turn the planet into dust? Sorry, but that ain't gonna happen. I'll take care of them, Davik. I've been looking forward to this for a long time. Make it quick, Carlo. The Sith mean business. If we don't get to our ships and find somewhere safe, the bombs they're dropping will kill us all. Надо гранатами их закидывать. You may have me outnumbered and outgunned. If I'm going down, I'm taking all of you with me. This thermal detonator will blow us all to bits. Ah!
Damn those Sith. Now bring this whole hangar down around our ears. What? Yeah? What? What? Let's get this ship fired up. Кек. Не, похоже, тот пилот нам и не понадобился особо. Насчет прям я даже не ситха отыгрываю, я отыгрываю какого-то совсем помойного ублюдка, знаете, который вот просто, знаете, хаотик зло. Такое больное, поехавшее. Taris is defenseless against our assault, Lord Malak. They are offering no resistance. The city is in ruins. Resume the bombardment, Commander. Wipe this pathetic planet from the face of the galaxy. Чел, у тебя голова треугольная. О, знакомые звуки. AT-AT с таким же стрелял. Plot a course for Dantooine. There's a Jedi enclave there where we can find refuge. Incoming fighters! Quickly, to the gun turrets. You have to hold the Sith fighters off until we get those hyperspace coordinates punched in. Ой, сейчас весело будет. Пожалуйста, только, блядь, не пошаговая стрельба. Ей-богу, я вас умоляю. Только, блядь, не пошаговая стрельба. Блядь, как громко. Ну что, 15% игры пройдено. Dantooine. Seems like a lifetime since I last set foot on her surface. Safe? You saw what his fleet did to Taris. There wasn't a building over two stories high left standing. They turned the planet into one big pile of rubble. Even the Sith would think twice before attacking Dantooine. There are many Jedi here, including several of the most powerful masters of the Order. There is great strength within this place. We can't just keep running. Malak will find us eventually. We can get supplies here and recuperate. The Academy is a place of mental and... Maybe you're right. It isn't easy to witness the annihilation. She will find a way to come to terms with her... Now I must go speak with the Council. I need their advice on...
Хорошо, что я не через карту захвату стримлю, потому что моя Авермедиа, она бы, скорее всего, бы синий экран бы выдавала на каждое такое переключение разрешения. Туда-сюда, туда-сюда. I've spoken briefly with the Council. They request an audience with you. We should go at once. An audience with the Jedi Council? It's pretty unusual for someone who isn't even a Jedi. What's this about, Bastila? I'm sorry, Karth, but I cannot tell you. All I ask is that you trust in the Force and the wisdom of the Council. Well, I don't like being left out of the loop, but I'm not looking to get you in any trouble with the Jedi Masters. We'll do things your way for a while. Come, they're expecting us. I will lead you to the Council Chambers. Какие предметы-то потеряны? Ой, ребят, что-то я не знаю, что-то у меня прям башка болит пипец, когда я в Поттер играю. Не знаю почему. В общем, ребят, в любом случае, всем огромное спасибо, что посмотрели эту душнатуру в моем исполнении. Всем удачи и пока.